Однажды моя 8-летняя сестра пришла с гулянья и удивила меня своим вопросом. «А правда, что на небе живут ангелы?» «Да, на небе, но их никто никогда не видел. Они прозрачные», — ответила я. «А зачем тебе?» «Я хочу посмотреть, как они там живут», — сказала она. «Вика, я летала на самолете и никаких ангелов не видела», — ответила я. Сестра странно улыбнулась и спросила. «Так что, выходит, я буду в окно влетать, а меня никто видеть не будет?» Я попросила ее не говорить глупости. На следующий день утром я ушла в магазин. Возвращаясь, где-то вдали я услышала визг тормозов. Почему-то стало тревожно. Дойдя до своей улицы, я увидела соседей, которые что-то обсуждали. Только я вошла в дом, услышала от родителей. Вику сбила машина. Я очень верила, что она выживет, но через 4 дня комы она умерла. И что поразительно, когда мы после похорон стали рассматривать ее рисунки, наткнулись на очень странную картину. На ней было изображено место аварии, а также место ее захоронения. Выходит, ребенок предчувствовал свою скорую смерть. Возможно, именно поэтому она расспрашивала меня об ангелах. А это тот самый рисунок.